Значит, сегодня будем творить и сделаем пальто Кентасио. Я большой его фанат, очень его люблю. Еще с того момента, как он записывал треки на диктофон, и с того момента, как его убили. Ага. Весь процесс вы видите сами. Думаю, будет интересно. Что у нас есть? У нас есть акриловая красочка. За рекламу они мне не платили. Пока что. Кисти, маркеры. Закрыть зоны, чтобы лишнего не нарисовать. Аэрограф нам не нужен. GoPro. И вершневый сок.
что, ребят, вы видели все сами. Я очень сильно надеюсь, что вам все понравилось. Я очень сильно старался. Я потратил на это 36 часов за неделю. Это было очень-очень сложно и трудоемко. Мой хороший друг, у него тоже есть свой канал. Я ссылочку оставлю в описании. Он мне очень помогает с монтажом. Он делает очень крутые рок-версии песен, очень известных. И просто хороший парень. Идите, посмотрите. Я вам действительно благодарен, что вы посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что вы мне поможете его максимально сильно и максимально быстро в сжатые сроки его распространить, потому что для меня это действительно важно. Я никогда не думал, что я окажусь по ту сторону экрана. Я думал, я всегда буду только смотреть на то, как просят ты с красной кнопки сделать серую. Ребят, помогите мне, чтобы моя кнопочка тоже была серой. Я очень хочу как можно быстрее и как можно большее количество людей, чтобы они видели мое творчество, они видели то, чем я, да, чем я живу, не побоюсь этого слова, потому что для меня это очень важно. И вот я с вами этим поделился, как по мне вышло очень круто. И самое важное, это розыгрыш. Ребят, розыгрыш максимально прозрачный, честный, надо будет там, создам второй канал в Инстаграме, прямые трансляции, все что угодно, но любой из вас может получить от меня кастомизацию любой вашей вещи на любую тематику. Вы мне говорите, что хотите, какая вещь. Я прорабатываю эскиз, мы приходим к чему-то общему, и я снимаю для вас видео по тому, как я кастомизирую вашу вещь. Для этого, как всегда, подписка и комментарии. Можно еще добавить подписочку в инсте. Да, это тоже немаловажно. В общем, всем спасибо большое. Я очень сильно старался. И пишите ваши любимые треки Тентасьона, потому что у меня их 4. Говорить какие не буду, но все четыре присутствуют на поэтому. Всем спасибо, жду ответной реакции.